Сразу две серьезные аварии произошли сегодня в городе. В одной и другой пострадали водители автомашин. В полдень столкнулись два легковых автомобиля на перекрестке улиц Комсомольской и Льва Толстого. Пострадала 48-летняя женщина, она находилась за рулем одной из иномарок. У нее подозрение на черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб мягких тканей головы. Другая авария произошла спустя несколько часов на улице Трудовой у магазина «Гулливер». Дорогу не поделили автомобили 4-й и 6-й моделей. Пострадал водитель шестерки, 73-летний мужчина. Предположительно, с переломом ключицы, он был доставлен в поликлинику номер 1 для оказания помощи. В результате данного ДТП пострадал человек, и будет проводиться дополнительное расследование, которое выявит виновников данного ДТП.